Всем привет, дорогие друзья, с вами Максимилиано Джонс, и сегодня мы будем делать аквариум нашей мечты в новенькой VR-игре. Так что, пожалуй, не будем ждать и приступим к игре. Погнали! Вокруг столько рыб, а на них можно только смотреть. Потрогать, к сожалению, нельзя. Грустно. Мы с вами оказываемся в нашем стареньком гараже. Дело в том, что я играл уже немножечко в эту игру, и на русском в это играть почти невозможно. Половина букв просто пропадает, и вообще непонятно, что делать. Здесь очень темно, и сначала нам с вами надо починить вон тот генератор. Для этого мы с вами идем за фонариком. Берем наш фонарик, теперь идем сюда. Нам здесь надо разобрать хлам. Единственная проблема, что нельзя никуда повесить фонарик. Придется все вручную. Так, так. Баллон с газом. Слушайте, очень страшно его кидать в сторону. Надеюсь, не взорвется. Вроде не взорвался. Так, сюда, это сюда. Все, готово. Хлам мы с вами убрали. Вот наш предохранитель на столе. Хватаем его и возвращаемся. Все чинить. Ну, здесь тоже опять все не получится. Потому что у нас здесь шины, кстати, хорошие шины. Кому-нибудь надо? Если что, продаю, на Авито выложу. Опа, готово. Открываем, ставим, включаем. Let's go. Все, свет появился. Теперь стало намного лучше. О, это же мой старый аквариум. Давайте-ка вернемся во флешбэк. Это наш отец. Я всю жизнь искал его. Я думал, как он выглядит. Он выглядит так, точь-точь, как хочу выглядеть я. Вы только посмотрите на это. Он меня поздравляет с днем рождения и дарит мне аквариум. Он меня научит заботиться о нем. Спасибо, батя. Давай. Ух ты, какая походка, какая фигура. Вы только посмотрите на эту мачо, а? Погодите, я вам сначала его покажу. Посмотрите. Ну, это же мечта любой женщины. Вы только посмотрите. Вот этот животик потрясающий. Вот эти усики, блин. Я мечтал о них всю свою жизнь. У меня никогда усы не росли. У меня всегда росло вот здесь, под бородком. Прости, батя, что на тебя показываю. Ну, ничего страшного. Волосов у меня никогда не было. Ну, наверное, это к лучшему. Очечки классные. И посмотрите на эту причесочку. Прилизано как. Красавчик. Все, я пошел следить за своим аквариумом. Для начала нам надо взять планшет и не попасть в стену. Нам тут предлагают пройти обучение, но я его проходить не буду, потому что я уже знаю, что делать, в принципе. И теперь все хотя бы понятно. Наверное. Нам с вами надо соленую воду налить. Я долго пытался понять, как это сделать, но все достаточно просто. Нам с вами надо сначала купить ведро. Блин, зря я планшет брал и спотыкаюсь обо все. Берем ведро. Готово. Он у нас появляется здесь. И сейчас будет очень интересный квест, я вам скажу. Вы только посмотрите на это. Сейчас мы нальем, нам соленую водичку надо. И сейчас будет прикол. Дело в том, что здесь работает физика. Во-первых, я не могу взять, потому что мне что-то мешает в реальной жизни. Так, берем. Главное не пролить. Не пролить. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Ведерко, держись. Фу, я справился. Здесь вообще не надо ничего ставить. Оно типа здесь ставится, чтобы сливать воду и так далее. Нам надо просто налить в аквариум. Все. Готово. Соленая вода есть. Нам еще надо было гравий насыпать. Блин, это я забыл. Да блин, хватит спотыкаться. Берем гравий. Сейчас подсыпем его туда немножечко. Конечно, можно себя все высыпать, либо на батю. Давайте подсыпем. Оп. Идеально. Надо купить еще немножечко декорации. Это, кстати, по заданию, что должно быть 5 или больше. Еще бы взять планшетик наш. Декорации. Ну, тут они все очень интересные. Называются очень по-интересному. Например, водоросль 1, водоросль 2, водоросль 3, водоросль 10, водоросль 12. Но! Вы только посмотрите на это. Сейчас 15, 16. Лилия 1, лилия 2. А? Как вам такое? Здесь можно менять декорации, кораллы поставить. Давайте пару водорослей поставим. Ну, давайте вот такую, такую. Один коралл. И какой-нибудь, не знаю,
Не знаю, что поставить, даже если честно. Можно освещение, ну, зачем? Давайте еще камень просто бахнем. Отлично, все готово. Теперь надо это все разместить. Так как руки у нас две, все мы взять не можем. Ну, что поделать? Давайте размещать. Блин, камни какие-то здоровые. Оп. Поставили. Оп. Сюда. Я боюсь, что у меня когда-нибудь руки залагают, потому что они в аквариуме остались, а я не в аквариуме. Погоди. Оп. Готово. Сейчас все разместим. Что это? Это коралл? Больше на свечку похоже в одно место. Готово. И последнее. Это водоросли и камень. Ставим. И камень остается. Поставилось? Да, засчиталось там. Почему-то соленая вода нам не засчитывается. Я не понимаю, почему. Возможно, ее надо подсолить. Давайте попробуем ее подсолить. Тогда для этого нам надо сюда зайти. Морская соль. Нам фильтр еще нужен. И нагреватель. Чтобы в аквариуме была определенная температура. Ставим обратно. Оп. О, нет, не укатывайся, я не могу сесть. Погоди, нет, стой. Нет, моя спина. Все, поставился. Ставим сюда. Я застрял, у меня рука там осталась. Берем соль, фильтр для воды. Если что, аквафор. Очень рекомендую, шучу. Ни в коем случае. Не знаю, покупать что. Мне кажется, или воды нет в аквариуме. Надо выставить будет потом определенную температуру. Слушайте, мне кажется, нет воды в аквариуме. Или я пьяный? Она есть? Нет? Я не узнаю никак. Water type соленая. Ну, ладно. Нам еще надо рыбу с вами купить, и чтобы там был Amphirion Ocellaris. Это, если что, рыба-клоун вроде как. Единственное, что меня раздражает в этой игре, что нельзя патронкать на гитаре. Ну, что это такое? Ну, как это? И березки вон висят. Вспоминаю дом родной. Вообще, странная комната у нас. А что вообще в окне? Я, кстати, не смотрел никогда. Под сенью поподглядывать. Не, никого нет. Оп! Надо купить рыб. Главное взять планшет. Вот нам надо взять этот Ocellaris Cacellarius. Amphirion Ocellaris. У него соленая вода, температура 23-28. Берем. Вон он там лежит. Надо еще выбрать. И рыбу, которая поддерживает соленую воду. Это свежая. Вот соленая. И еще соленая. Идеально. Надо температуру выставить 20... Сколько? 27-22. Ну, 25 можно спокойно поставить. Так, может еще соль? Что-то она не соленая пишется, что вода. Я до сих пор не уверен, что здесь вообще и вода есть. Как это понять? Но он бы был прозрачный, так ведь? Значит, вода есть. Нам надо вылить. О, все, засчиталась соленая вода. Видимо, не было ее там, хотя была. Может, недостаточно просто. Все, готово. Теперь размещаем рыбов. Рыбка 1 и рыба клоун. Это то, что нам нужно. Я до сих пор не понимаю, как их туда размещать. Они не размещают. Не знаю, в первый раз они не размещались. А что ей недостаточно? Декорации, типа, мало? Тебе не нравится? Больше водорослей надо? Ну, не судьба, сорян. Не судьба, не повезло тебе с аквариумом и с его хозяином. Ну, вот так, ну, как оно распаковывается? Черт, надо зато и рыбка теперь. Оп! Иди ко мне, родная. Вот как? О, все, разместилось. Больше или равно трем? А может, одинаковых надо было? Три одинаковых рыбы надо было. Чего? А здесь не написано. Давайте три одинаковых разместим, что мне не сложно. Может, в этом была причина моего неуспеха в прошлый раз? О! Отлично, сработало! Надо было три одинаковых вида, блин. А что на английском, что на русском неправильно писал. Все, у меня получилось. Отец будет гордиться мной. Батя, ты где? Батя, о, мне деньги пришли. Ни хрена себе.
сколько баксов. Я таких в жизни не видел. Слушайте, меня устраивает моя работа, я остаюсь, пожалуй, здесь. А, подойти к... Не надо ничего искать в интернете. Сири решила вмешаться. Батя, ты где? Он уже ушел из семьи, он ушел из дома. Батя, вернись. Хлеб есть, молоко есть, если что, я сам схожу. Батя, где ты? Батя, ты где вообще? Кстати, реально. И, блин, я не могу спуститься, что за бред? Чего? Не знаю, какой-то пол заколдованный здесь. Давай, давай, я верю в тебя. Ты сможешь. О, получилось. Почему я здесь не могу передвигаться? Что за баги? Давай. Это жизнь, понимаете? Я не могу встретить батю. Но я должен. Батя, я должен тебя увидеть. Почему оно не передвигается? Батя, я не могу к тебе подойти. Я пытаюсь. Отец. Блин, можно в реальной жизни попробовать подойти, но, скорее всего, провода не хватит. Так, иду сюда. Иду сюда. Насколько хватило? Мне хватило провода. Хорошая работа, батя, все ради тебя. Я перемещаюсь по всей своей комнате. Но я не могу повернуть голову. Еще помочь тебе с этим большим? Я не могу здесь передвигаться, батя. Я не могу тебе помочь. Прости. Я пытался, а я и планшет забыл наверху. Ох, прости меня, отец. Я пытался. Я еще хотел рассказать одну вещь. На планшете мы с вами можем купить губку, с помощью нее мы почистим аквариум. Также мы можем почистить фильтр. Для этого его надо снять и промыть в раковине. И еще мы можем слить воду, только будьте аккуратнее, чтобы рыбки не слились вместе с этим, потому что первый раз мне пришлось нажать F, чтобы выразить свой респект. В общем, на этом все, игра забагована, не работает, ну, что поделать. И на этом мы завершаем наше сегодняшнее с вами видео. Конечно, очень обидно, что оно забаговалось, либо я чего-то не понял, в первый раз у меня вообще ничего не получилось, ничего не записывалось, все лагало. Ну, короче, над этой игрой еще надо, видимо, работать. Но, возможно, на релизе опять же все поправят. Надеюсь, вам понравилось данное видео, моментами было смешно, но с вами был Максимилиано Джонс, не забывайте подписываться, ставить лайки и следите за своим аквариумом, не как я.